Все, давай, за команду. Охренеть, графон. Надо как Элис играть, короче. Вот так вот сидишь там, типа. Ой, это что я делаю-то? А что я делаю? Это что такое? Что это? Ай, ёб твою мать! Эй, ты чё, меня зовут Костя, добро пожаловать на канал Call of Duty Vanguard на наших экранах. Поставил её, потому что сейчас начинается, ну, уже, можно сказать, и кончается, всего 4 дня бесплатных выходных, поэтому почему бы не поиграть в этот шедевр? Мне кажется, что игра зачётная, потому что так её, если покупать там 3500, полная версия 6000, и, конечно же, это охренеть как дорого, поэтому хорошо, что они делают такую возможность, что, типа, можно потестировать какое-то время, а потом, если понравится, продолжить. Конечно же, нельзя там играть, по-моему, в компанию сюжет, но есть мультиплеер, поэтому именно этим мы сегодня и займемся. Этого будет достаточно для того, чтобы проверить игру. Конечно же, мы должны, наверное, принять, а не отклониться. Отклониться сейчас, наверное, ничего не получится, поэтому я в любом случае принимаю. Ты хочешь, если это почитать, почитай. Вот, все. Ты там особо, конечно, даже если остановишь, ничего не почитаешь, потому что у меня было закрыто вебкой. Но неважно. Давай попробуем быструю настройку сейчас сделать. У меня Full HD. У меня тут какие-то мониторы, мышь, ну, вроде все работает. Окей. Голосовой чат. Так, что тут у нас? Доступность, устройство воспроизведения звука в игре. Ну, я слышу звук, значит, есть. Ты его слышишь, я вижу, ты его слышишь, значит, все хорошо. Мы продолжаем с тобой. Так, отрегулируем, давай яркость с тобой. Так, чтобы центральный логотип стал виден, да? Едва различимо. Да, все правильно, значит, у нас должно быть 50. Или давай поменьше сделаем. Давай, пускай будет 50 стандартно, я думаю, что нам более чем. Так, компиляция шейдеров позволяет оптимизировать производительность игры. Так, так я это уже принял. Слушай, ты хочешь, если это посмотреть, то я тебе могу предоставить такую возможность. На, почитай. Все, остановил, почитал, все. Я подтверждаю. Тут вот это вот мой, соответственно, псевдоним, мой ID. Так, кстати, у меня не было аккаунта Battle.net, я его создал вот только что впервые, я думал, есть, нету ничего у меня. Что тут у нас? Защитная учетная запись. Давай не сейчас, вот давай вот этим вот, пожалуйста, не сейчас. Для обновления требуется перезапуск. Класс, класс. Ну все, в монтаже будет нормально, давай. Соединение с онлайн-сервисами. Эй, ты че, меня зовут Костян, добро пожаловать на канал, да? Как говорится, все заново у нас. Погнали, погнали, сейчас затестим с тобой мультиплеер. Я думаю, что это, в принципе, неплохо. Вот. Конечно, было бы круто, если бы разработчики дали мне эту игру ключик на прохождение, да, как на канал. Но, наверное, ну, они посмотрят и скажут, ну, ты кто вообще такой? Ну, с чего ты взял, что мы тебе что-то вообще дадим? Поэтому я пользуюсь возможностью хотя бы посмотреть мультиплеер. Call of Duty Warzone играть сейчас. Нет, Call of Duty Vanguard играть сейчас. Так, что у нас? Пробный режим сетевой игры. Осталось 2 дня 9 часов. Купить полную версию. Нет, сетевая игра сейчас. Слушай, а это вот, как я просто в Warzone никогда не играл, знаешь. Вот здесь, значит, я могу и в Warzone поиграть, да, и в Cold War, и потом, да, когда-нибудь там. Когда-нибудь вообще никогда. Потому что, блин, тут копится, она говорит, 200 гигов весь. Ладно, давай. Сетевая игра, let's go. Смотрим. Воины. Диверсанты. Убийцы. Звук, алло. Рейх перевернул всю их жизнь. И когда мы выпустим их, уж поверьте, они будут сниматься в бой. Thank you.
И вот я не знаю, с чем это может быть связано. Почему такие подвисания? SSD-шник может. Так я его только поменял. Так, в процессе получения информации о магазине. Так, мы находимся с тобой. Я здесь впервые нахожусь, поэтому я ничего не знаю. Чисто такой, знаешь, первый взгляд на эту игру, что здесь нужно делать. Добро пожаловать в Ангор. Добро пожаловать в первый отряд спецвойск. Участвуйте в подвигах спецгруппы 1. Спасите мир вместе с ее героями в Call of Duty Vanguard. Вам встретятся новые карты, режимы, интерактивная игровая среда и многое другое. Бросьте вызов врагам и переживите миг победы. Так. И что? Так, обновление. 5 ноября 2021 года. Вот такие вот у нас обновления. Хочешь, почитай это все. Вот я тебе медленно проведу. Если хочешь, почитай. Так, канал CDL какой-то. Я не знаю, что это дает, для чего нам это все нужно. А как мне играть-то? А, просто закрыть, наверное. Так, мы играем за какую-то... Что так немножко подлагивает? Может, настройки надо снизить? Я не знаю, сколько FPS, потому что у меня счетчик стоит в Steam, да, это совсем уже другая платформа. Здесь у меня счетчика никакого не стоит. Давай, наверное, посмотрим настройки. Как здесь можно что-то настроить? Вот здесь есть параметры. Давай попробуем графику, может быть, сделать чуть-чуть поменьше. Частота обновления 59, ну, 60 FPS пускай будет. Так, качество, игровой процесс, качество. У нас все на высоком стоит. Слушай, ну, видюха у меня должна, в принципе, вытягивать 8 гигабайт, RX 580. Вроде бы как относительно должна справляться. Если сейчас в игре будут лаги, я снижу. Так что пускай будет. Так, добро пожаловать в Ангор. Так, ну чё, во что здесь можно поиграть, в конце концов, разумеется. Магазин, о, можно сразу в магазин зайти. Нет, мне даже игры нет. Зачем мне что-то здесь покупать, если у меня даже игры нету? Это что, исполнители... Во вселенной Call of Duty Vanguard исполнителем называют бойцов. Каждый из них обладает уникальным характером и внешностью. У каждого исполнителя есть свой уровень, который зависит от его опыта. Получайте опыт исполнителя, играйте за него, а также выполняйте испытания исполнителей. В меню «Изменить исполнителя» вы можете выбрать облики, реплики, добивающие удары, избранные моменты для своих исполнителей, а также просмотреть вступительный ролик. Так, все, что-то наша женщина загрустила, потому что мы никак не можем начать игру. Ладно, мы давай выберем любой режим. Битва чемпионов, тройки, битва чемпионов, пары. Карнедж, блудшит, что-то. Ну давай, киллбокс, окей. Что у нас здесь сейчас будет? Устройство ввода. Так, ну я думаю, что управление стандартное. Я сейчас по ходу разберусь. Тут также есть какой-то сезон. Поиск боя. Пинг у меня 76 миллисекунд. Но я думаю, что вот что до 100 миллисекунд это нормально. Конечно, не очень приятный пинг, но в PUBG у меня 60, да? То есть до 100 миллисекунд это, в принципе, относительно нормальный пинг. Тем более мы просто проверяем сейчас игру. Тактический темп. Снайперт в игре. Так, кто здесь у нас еще? Смотри, а тут... Смотри, здесь получается, кто играет на PlayStation и на компьютере, они все, в общем-то, у нас... В одной команде получается, да? Интересно, я думал, PlayStation это отдельно, компьютер это отдельно. Мне куда-то надо нажать или бой сейчас авто... А, бой начнется через 3, 2, все. Бой начинается. Демянск, да? Демянск. Окей, что у нас тут? У нас есть STG-44, штурмовая винтовка, и также у нас есть РАД-пистолет. Что тут? Да. Не спешите, все, давай за команду. Охренеть, графон, блин, я просто всегда играю там в PUBG или там еще во что-то, да, и тут еще сию. Блин, я сейчас вообще. Блять. Это как это называется? Оргазм от графики? Как это? Как-то. Ничего себе, графон. Ну это понятно, да. Охренеть, графон. Да? Охренеть, да? Классно, классно, классно. Слушай, что нам надо здесь делать? Нам надо захватывать точку А и точку Б. Охренеть. Просто охренеть. Вот мне, вот очень интересно, меня слышат интересно, ребята, или не слышат?
Блин, как это, кстати, это надо... Погоди, параметры... Параметры графики аудио. Так. Идем на точку Эйбл. Голосовой чат отключить. Так, все, мы это отключаем, чтобы это нам ничего не мешало. И все, мы продолжаем катать в Call of Duty Vanguard. Вот это графон! Вот это графон! Охренеть, графон! Точка Чарли наша! Так. Лесопилка, так. Точка Б, точка С, С мы контролируем. И у нас снег. Как раз предновогоднее настроение должно появляться от этого, я так полагаю, да? Ну, здесь надо, конечно, учиться играть. Так, а чувствительность как-то как будто бы настроена прям под меня, что-то вроде бы как и удобно. Так, а что здесь можно делать? Так, здесь можно... Конечно, это не папка, это уже, да, наверное, ближе к Warzone все-таки. Что тут? С, С это просто присесть, то есть мы бежим и... Ага, мы можем разогнаться, и С у нас будет тогда подкат, если мы в разгоне нажимаем С. Так, это понятно. Это все понятно, но классно, да. Неплохо. Так, и здесь как надо? Не так, как в PUBG, да? То есть надо держать вот так, оп, и... Так, это что такое, ё-моё? А как сделать там влево-вправо? Ой, ёлы-палы, а чё? А если я хочу влево-вправо на... на... Это, как-то же можно влево-вправо, да, здесь? Или здесь такого нету, типа? Может быть, здесь такого и нету. Так, ну хорошо. Точка Бейкер наша. Точка какая? Воу, первый килл, класс. Они берут Чарли. Мы потеряли Чарли. Мы потеряли Чарли, говорит варвар. Меня прижали. Графон прямо... Ну такой, блин, отменный графон, ты посмотри. Они берут Бейкер. Не, конечно, я не привык к таким играм. Ну, с таким вот именно движком, что как-то вот все оно. Берегись, граната! Так, ну уже потихонечку что-то получается. Здесь самое главное войти в эту игру и... Слушай, а чувствительность, параметры... Раунд почти закончен. Поднажмите! Мы теряем Чарли! Вообще чувствительность у меня где-то вот так должна быть. Вот, да, вот это вот моя... Все точки в руках противника! Отбейте их! Не, наверное, чуть-чуть побольше надо все-таки мне. Погоди, сейчас, чуть-чуть побольше надо. Ну так, давай сделаем. Блин, я так хочу влево-вправо, а здесь это на... А как влево-вправо? Это возможно вообще делать, не? Здесь, может быть, такого и нету, да? Типа наклон влево, наклон вправо. Так, параметры. Так, где здесь кнопки? Типа кнопки. Так, шаг назад, что... Прыжок, положение стоя, приседание, положение лежа, смена. Стрельба показать. Здесь, наверное, такого нету, да, влево-вправо, типа, наклоняться. Поворот влево, назад, газ назад. Союзники отправили вам посылку. Здесь, походу, такого нету, да? Это очень непривычно. Я автоматом начинаю гранаты какие-то кидать, потому что я привык. Все-таки
Наклоняться. А здесь, конечно же, наклоняться вот так вот получается нельзя. Вот я как-то нажимаю, а он не сразу стрелять начинает. А вот сейчас вроде сразу. Дабл килл, да, сейчас был? Так, ну что? Надо входить в эту игру потихоньку. Берем точку, Бейкер. Графон прям вообще. Месть подают холодный. Нода вкусна. Беру припасы. Мы теряем Чарли. Так, а здесь выиграет тот, кто точки захватит, да? Или как? Где? Я вот не могу понять интерфейс. Где здесь? Что? А, вот жизнь, да? 83-158. Мы кто? А мы вообще какая команда? Мы синяя. Нам надо уничтожить красных. Красные... А, ну красные сейчас, да, выигрывают, я так понял. Или нет? Я ни разу на точке А не был. Надо в дезматч попробовать поиграть. Дезматч, наверное, вот это вообще тема будет. Здесь отдачу контролить не надо, вот это прикольно. Хоп, перезарядочка, да? Блин, мне нравится. Мы теряем Чарли. Они берут Бейкер. А по своим, если, допустим, по своим не стреляют же, да? А это хорошо, да? Мы теряем Бейкер. Они берут Бейкер. А потом Эйкер и Сейкер, да? Так, ну все, мы проигрываем. Мы ж проигрываем, да, получается, вот они. Захватываем Эйбл. Не, по точкам это неинтересно, надо на килы вот. На килы, наверное, вот это вот интересно играть. Почти конец раунда. И конец нам. Мы заняли Чарли. И конец нам. Это типа как прикол в игре, что ли, какой-то? Конец раунда и конец нам. Идем на точку. Трудно на самом деле найти врага. Тут по звуку вообще ориентироваться не получается. В папке как-то по звуку ориентируешься, а здесь не получается так ориентироваться. Так, все, это поражение. Блин, ну пока по первым впечатлениям могу сказать, что вообще классно. Мне вот графон, честно говоря, я привык к какой-то такой графе, знаешь, ну чтобы вот какашечка была. А тут вот прям реально, вот она, игра 21 года, и вот она вообще без лагов тянет, вообще никаких проблем. То есть даже на моем слабом компьютере с RX 580 на 8 гигов, да, видеокарта какого 17 года, вот спокойно все тянет. Больше всего массовых убийств. Там смотрю, блин, прям Mortal Kombat какой-то нафиг. Блин, ну прикольно, слушай, они тут придумали. Так, и чё? А чё тут? Ну давай за центрального, я не знаю, проголосуем. Больше всего ликвидаций. Больше всего захватов. Типа мы тут можем сами выбирать, кто здесь лучший, да, получается? Так, что тут какие-то карточки пошли. Вот так вот, рядовой уровень 2. Следующий доступ, то есть пушку можно прокачивать, да, или что это? Не, не пушку прокачивать. Я уровень себе немного прокачал. Так, и что у нас здесь? Окей, давай сейчас потихоньку все режимы, я думаю, что пробовать. Так, что у нас здесь? Нет, я хочу, как это, типа, назад. Покинуть лобби, да или нет, что я сделал? Это вообще меня, что ли, выкидывает? Стой, погоди. Нет, это меня выкидывает из киллбокса. Киллбокс — это слишком много игроков для этого режима. То есть сервера даже перегружены у нас, что ли?
слишком много игроков. Хорошо, киллбокс мы с тобой проверили. Киллбокс это прикольно. Так, теперь у нас есть какой-то шипхаус. Так, ну давай попробуем шипхаус теперь. Второе. То есть сейчас все режимы будем пробовать, что они из себя представляют. Так, испытания, противодействие, учебный лагерь, закаленный ветеран, полевой агент, элитный исполнитель. Вообще все такое новое и вообще непонятно, что здесь вообще, для чего это и... Ну, как всегда, собственно говоря, это кто может Warzone играет, им это все близко. Для меня это вообще... Непонятно, что это такое. Музон эпичный, все эпичное. Ничего вообще не лагает, не тормозит. При всем этом мы играем на довольно высокой настройке графика. Так, боевой пропуск. Давай посмотрим на боевой пропуск. Просто интересно. 24 этапа Vanguard, в том числе 4 чертежа. А, у нас что это? Это у нас уже начался... Да, потом посмотрим. Так, мы можем играть еще за бунтаря. Чё, я в бунтаря? Так, у меня есть вот такой вот прицел. Бунтарский. Так, что здесь нужно делать? Вот эти вот словечки, как будто я Warface играю. Идем на точку Чарли какую-то. Потом кидаю гранату, да? Или что? Реально, как будто Warface с новой графикой. Это я не могу понять. Оно как-то как будто бы иногда не стреляет. Или я сейчас не зарядился. Что-то граната где-то рядом. Ну здесь чисто игра вообще на реакцию тут. То есть играть так вот нужно чисто вот все резко делать. То есть прям вообще. То есть папка будет помедленнее. И прям всаживать надо, ну. Как в папке там 4 пульки, да? И все. А здесь прям надо много, как будто всаживать. Я с тобой. Ну здесь также у нас идет, только другая карта, но также идет захват точек. Противник сбросил планирующую бомбу. Я не могу понять, что вот граната, где она лежит? Я от нее никак убежать не могу всегда. Все время дамажит. Во, надо за дробаша зайти. Союзники хорош. Сбросили планирующую бомбу. Какую бомбу? Какую-то планирующую. Блин, ну графон прям вообще отлет. Там все что-то взрывается, все что-то происходит непонятное. Они получают посыл. Меня не одолеть. Это потом повтор покажет, как меня убили, да? Теряем, да, повтор. Чарли. Повтор смерти моей. Прям сразу, если ты на своей территории появился, нет вот этой оболочки защитной. То есть, смотри, они просто стоят у базы и все. Опа. А тут как-то можно там весы какие-нибудь поднимать? Или как это? Опа, вот коп. И не успел ничего. Перезарядка долгая. Во, молики еще какие-то тут. А вот это кто-то скидывает или это сверху какая-то бомбардировка идет? Просто такая мощная перестрелка, что просто бам-бам и все. Бам-бам-бам-бам. И что происходит? Я
повели бомбовый удар. Я вообще понятия не имею. Вон, хаеш, сука, ноги отрывают. Настоящий Unreal Tournament. Охренеть. Печень, фарш. Опа. Ну. Сложно мне, сложно после PUBG играть в эту игру. Все что-то вообще у меня аж... У меня сейчас как будто бы просто мозг взорвется от этого всего. Ну, очень эпично. Тут челик уже с какую-то пушку купил там себе. Скин на пушку. А как... Здесь, допустим, есть. Так, я вообще что-то очень слабо все делаю, да? Так, а как, допустим, зайти в инвентарь? Или здесь он не нужен, инвентарь? Так, а как тут у нас захваты, ликвидации какие-то? Очки 1800. А где здесь, кто на PlayStation, кто не на PlayStation играет? Перезарядка, блин. Надо какой-то пулемет, знаешь, такой, чтобы не перезаряжать. Сюда идет сторожевой пес союзника. Такой. Ты что, собаки еще есть какие-то, да? Короче, надо вот так вот аккуратненько. Надо играть как Элис. Надо как Элис играть, короче. Вот так вот сидишь там, типа. Ой, это что я делаю-то? А что я делаю? Это что такое? Что это? Ай, ёб твою мать! Так, нормально все. Собаки какие-то. Вот в Warzone тоже, по-моему, собаки есть такие, да? Просто круговорот. Круговорот какой-то, водоворот. Все что-то происходит, экшен. К этому надо привыкать прям. Ну, с одной стороны, мне это и нравится так вот. Если привыкнуть в это, так это вообще, наверное, будет. О, это был чужой. Было бы хорошо, если враг прям подсвечивался, знаешь, так. Ну прям вот, чтобы его хорошо было видно. А тут ботов нету, да? Здесь сериалы. Я представляю, если это стримит часов 12. Я это записываю полчаса, у меня уже... Все взрывается внутри. Они берут Чарли. Минометный огонь. Берем точку Чарли. Так, ну мы на этот раз выигрываем, да, вроде? Просто ра-та-та-та-та какое-то. Маленькая территория и... Если в это привыкнуть играть, я думаю, что проблем вообще не будет. Ай-яй-яй, я ж не... А, получается, если бегу на ошибку, перезарядка уже отменяется, да? Здесь реально нужен какой-то пулемет, который... Вот! Вот надо на... за МГ-42 зайти будет в этот режим, чтобы было вообще хорошо.
А вот когда вот так вот подходит, мне чувствительность как будто выше надо, потому что мне не хватает стола. Вообще, зачем мне высокая, точнее, низкая чувствительность, потому... Да как так-то? Низкая чувствительность для того, чтобы точность увеличить. Но в тот же момент иногда точность здесь и не нужна. Здесь нужно поворачиваться как-то очень быстро. Так, ну этот матч, я думаю, мы выиграем, да? Внимание! Союзник заказал бомбовый удар! Все, я уже последний. Все, я предпоследний. Хорошо. Союзники стреляют из миномета. А чего вы тут сидите? Летчик вылетел, внимание! Плащ прикольный. Ну, по крайней мере, фризов вообще нету. Вот в PUBG у меня постоянно фризы, здесь фризов нету. Во, еще какой-то укольчик есть. Я не знаю, куда я нажал, что у меня укольчик пошел. Пам-пам, пара-пам. А мы проигрываем, да? Теперь. А мы и до этого, наверное, проигрывали. Я что-то припомнил, я думал, что мы красные. А мы синие. Какой-то Никитка, да, здесь? Не, ну это прям вообще капец. Так, ладно, все, давай проигрываем и заканчиваем. Надо это, другой режим какой-то попроще тестить. Отдавайте им точку. Вот игры делать начали. Ты реально какой-то Mortal Kombat. Шутер, как будто Mortal Kombat какой-то. Так, хорошо. Так, ладно, все, я не могу на это. Что-то падает, падает вечно. Так, давай, короче, назад, наверное. Bullshit. Штурм. Командный бой. А, вот здесь пояснение, да? Вот. Тут на английском пояснение, а здесь у нас штурм. Командный бой. Здесь что? Эти списки содержат хардкорные варианты режимов игры. Интерфейс отсутствует. Здоровье ограничено. Так, ну давай, мы же сегодня все режимы проведем. Так, состязание 8 отрядов. Давай, Bullshit. Надо все режимы протестить. Чисто если для мультиплеера, то я, наверное, даже эту игру не хочу покупать. Но там есть сюжетка какая-то. Сюжетку бы, наверное, интересно было пройти. Какая-то сюжетная линия, да? Тем более, все на русском там, как фильм, пройти какую-то сюжетную линию здесь. Это вот это, наверное, интересно было бы сделать мне в любом случае. А конкретно мультиплеер, ну, я не знаю.
Ну, наверное, проще Warzone просто играть и все, да? По факту. И все. Бесплатный Warzone играть. Наверное, такой же эффект. Он Кент какой-то. Вот и идет тетя куда-то. Что-то сейчас идет. Нет, точно сейчас голова просто. Мне надо как будто сейчас полежать, отойти от этого, блин. От того, что я сейчас... Через что я сейчас прошел, реально какую-то войну провоевал сейчас. Что тут у нас есть? Давай попробуем. Во, вот это да, хочу. Вот, сейчас. Уничтожьте всех врагов. Вот так мы и отделим. Вот я сейчас смотрю, как будто какой-то Metro Exodus играю. Там тоже такая пушка была вроде бы, да? Так, что здесь надо... О, это свой. Так. Ой, ну да. У нас начинается. Смотри, скинчики какие-то. Смотри, уже скинчики понапокупали, да? Или как выбили спаса там. Кладучи Ванкорд, это что? Это как Warzone в итоге она такая станет? Популярная или как? Или ты просто поиграл, да и все, и потом все забыли. И все, удаляют эту игру. Как это работает, интересно? Экономика должна быть экономной. А масло масляным. Вообще непонятно, что здесь. Получается здесь, кто больше убьет, да? Команда на команду, да? Командный бой у нас идет. Команда на команду, и та команда очень хорошо прессует, потому что там реально какие-то профессионалы. Я не знаю, что я собрался сделать здесь с пулеметом. Здесь, наверное, надо использовать все-таки снайперку. А я могу как-то вернуться в игру, покинуть игру, свои параметры модификации. Как мне выбрать снайпера теперь? Так, это не так. Не, ну тут какие-то у нас прям сильные игроки зашли. И смотри, это какая-то команда зашла. Теперь спортсменов, у всех скины. И они просто нас выкуривают. Они просто нас выкуривают, и мы ничего, соответственно, сделать не можем. Потому что, да я вообще не понимаю, что здесь происходит, кто откуда стреляет, ты... Как здесь вообще играть в эту игру? Единственное, что я, наверное, хотел бы, это, да, компанию этой игры пройти, но не более. Мультиплеер — это для меня просто какой-то взрыв мозга. Что, какие-то обезьяны боевые, что ли, бегают? Или что это? Слушай, а может быть, все-таки высокие настройки здесь не нужны, чтобы было, ну, чтобы лучше врага видеть, надо, может, низкий, как в PUBG поставить? Ну ладно, для записи пускай высокие будут. Ёлупал. Вот. Три восьмерочки. Собаки. Не бей их, разведчиков. Они шпионят за нами. Ну, а я могу покинуть, да, покинуть игру, да, короче, покинуть игру, потому что что-то мне не хочется это играть. Окей, командный бой я посмотрел, это все то же самое, только первые два — это захват точки, киллбокс — это на далеких расстояниях, то есть киллбокс — это там, сколько, три точки, здесь, по-моему, тоже сколько-то точек было, или одна точка, здесь это близкая дистанция. Блудшит — это командный бой, понятно, да, и вот эти списки содержат хардкорный вариант. Давай, купить полную версию, нет. Carnage, давай попробуем, Carnage. Так, окей, Decoy, штурмовой, темп 8 на 8, командный бой, хардкор, дай-ка... Блин, просто нажал и выбрал, да? Я хотел снайпу, как мне с ним? Уже, наверное, никак, да? Как-то может, наверное. Так, погоди, вернуться в игру, покинуть все параметры. Во, так. Ну вот это снайперка, да? Если что, я буду играть за эту снайпу. Так, что здесь нужно делать? А, мы против ботов играем, да? Что-то он так, знаешь, повернулся, как будто он бот. Здесь мы играем против ботов хардкорных. Хорошо, давай пробовать этот режим. Вот против ботов играть хардкорно мне это как будто бы... О. Они получают посылку. Такой прицел долгий очень. Вот единственное, что минус — прицел какой-то такой долгий. Не, это бот был или нет?
хардкор режим? Потому что не подсвечиваются, что ли, или что? Не, тут это тебе не пап, нахрен. Здесь это вообще, наверное, мне лучше здесь штурмовую все-таки использовать. Это Call of Duty, это точно не PUBG. Разведчик вылетел, внимание! Противник сбросил планирующую бомбу. Так, мне надо, наверное, все-таки по это комплект другой выбрать. Давай дробовик попробуем. Типа, ву, какой дробаш, слушай, прям, это прям прикольная штука должно быть, наверное. Только вот попасть еще надо. То есть один выстрел, в принципе, и все, да? Забежал такой какой-то челик непонятный, что-то тут произошло, и все. Бляха. Так, нет, давай. Тут, блин, надо много пушек иметь сразу. Так, ладно, это я проверил. Так. Противник, давай вот эту пушку. А мы здесь на что играем? Дорога администрации. А мы во что играем реально? На киллы или на что мы играем тут? Ну да, на киллы играем. Ну вот это вот и есть. Хороший такой спокойный, более-менее тест-матч вроде бы. Вот это настоящий Warface, я так понял, сейчас у нас происходит. Это вот такие дымы здесь. Так, а это вот типа АКМ, да? Такая пушка. Вот с этой пушкой, в принципе, я могу катать, наверное. О, блин, бежит. Какой, блин. Слушай, бежит, что-то бежит, бежит. Непонятно, что бежит. Тут попробую догони, когда он бежит. Здесь, да, надо чувствительность прям выше ставить. На такой чувствительность, как в PUBG, здесь играть не получится. Все, вылез откуда-то. Нет у меня. Вот это, блин, да. Они получают посылку. Все, нормально. Хоть килл с этой пушки сделал. Во-во-во, со скином, дай, как это? Так, F, как это? А как мне? Во. Так. Это что у нас? Во, это такой мощный дробаш какой-то, да? Такие пушки, которых в PUBG нет. Тот розовый скилл, это с Battle Pass, я так понял. Блин, ни хрена себе. Это я убил сейчас или что? Такой, блин, прям мощный бомбу, такой выстрел. Ничего себе, она стреляет, эта пушка. А как мне такую же выбрать? Погоди, мне она понравилась еще, комплект. Вот это ж. А у меня нету, да, наверное, таких. Ну ладно, тогда будем играть с пулеметом. Это, наверное, какой-то такой платный, что ли, дробовик. Все, мы проиграли. Работайте раны и обратно в строй. Ликвидация смерти. То есть я убил пятерых, убили 10. КД 0.5. Это очень херовый КД. Так, ну вот такой режим, он, знаешь, поспокойнее. Вот такой, в принципе, режим я могу поиграть. И, наверное, сейчас после того, как я проверю все режимы, я еще раз сыграю в этот режим. Начинается. А как это пропустить вообще? Это можно как-то пропускать, нет? Я всегда выбираю центральную. Пускай будет центральная.
Так, ну все, как это пропустить-то? Это никак не пропустить, это в любом случае надо отжидать. Так, все, я это посмотрел. Покинуть, да, покинуть. Так, это мы... Какой режим? Вот это, да, Карнейдж. Мы посмотрели теперь битва чемпионов пары. Битва чемпионов тройки. То есть двое против двоих и тройка против троих. Или нет? А, восемь от... Это как? Это какой... А, это... О, слушай, это... Прикольно. А здесь сколько отрядов? Тоже 8 отрядов по 2 человека. Кстати, прикольный режим. Это два одинаковых, считай, режима, только пары и тройка. И купить полную... Так, битва чемпионов. Хорошо. Давай в... Это что у нас? Пара, да? Ну давай двойничок, потом в тройничок сыграем. И вот мне достался какой-то... Какой-то персонаж, который убежал от меня. Смотри, все от меня убегают. Все видят, что я новичок, и все убегают. В итоге я один, походу, буду играть. Сейчас этот хоп и убежал. Нет, не убежал. Видимо, новичок с новичком. То есть мы в любом случае проиграем. Так, побеждает последняя выжившая команда. Так, добывайте деньги. Что-то там еще делаете. Так, удоим. А что надо? А что? Добро пожаловать на битву чемпионов. И? У вашей команды целая куча жизней. А что делать? Проиграете, когда потеряете все жизни. Побеждает последняя выжившая команда. Какая-то херня. Снаряжение есть на станциях. А что делаем? Убиваете врагов, получаете деньги. Все нет. Просто. Не понял. Иногда деньги валяются под ногами. А что делаем? Вас убил? Или это все свои? А кого убиваем? Я не понял. А, все. Или... Не понял. Кого убивать-то надо? А чё, у меня ничего нету? Так, тут есть. 10 секунд до старта. А, это тренировка. Капец, сложно здесь что-то понять пока что. Что это такое? Добро пожаловать в битву чемпионов. Прикончите все другие команды. А чё граната тут сразу? Блин. Кого я тут прикончу, я никого увидеть не могу, блин. Все такое шустрое какое-то. Вот, кого-то прикончил. Так, вот мы с тобой, да, и что-то мы делаем. Давай попробуем что-нибудь поделать. Патронов мало только вот. Теперь мы в расчете. Капец, надо долго, наверное, в Warzone тренироваться, чтобы играть здесь на уровне. Точнее, в этот... Волгород. Ну, это, считай, Warzone, да? Получается. Вот так, заберите их жизни! Так, ваша команда. Так, ладно, это все, короче. А, ну, бой 2 еще, да? Ну, давай, отыграем тут. Новый бой, новая команда, новые возможности. Что, мне челика следовать? Типа, вместе мы силы или как? Куда не вылазит, блин. Храните меня раньше времени. Осторожней, у вас меньше 10 жизней. Ай, короче. Жопу, что-то не хочется мне играть. Так, и там тройничок, это тот же битва чемпионов, только тройничок. Что ж, я думаю, для обзора игры достаточно. И мне, собственно говоря, тоже достаточно. Единственное, что я хотел бы еще посмотреть, что здесь у нас, какие комплекты, что-то тут. Battle Pass, Battle Pass. Я вот любитель всегда там
каких-то батл пассов, да, серию Beast, модификации какие-то, что-то тут, вот это вот, все это, короче, надо вне записи разбираться и вообще понимать, что здесь такое вот, и боевой пропуск. Вот это вот, давай посмотрим. Так, 24 этапа Vanguard, в том числе 4 чертежа оружия из Vanguard. Так, хорошо, что это у нас тут? Как это работает? В преддверии выхода Vanguard мы добавляем 24 бесплатных этапа поставок материалов. Из этой игры в боевой пропуск 6 сезона Black Ops Cold War, чтобы получить доступ к этим этапам, сражайтесь в сетевой игре или режим зомби. Самым обычным образом. Результаты уже достигнуты вами в Black Ops Cold. Ну-ну. И Warzone, не знаю. Ну, понятно. И вот это вот и есть, да, у нас? Тут что-то вообще для меня, чисто как пабгеру, это вообще не понять, что это такое и зачем оно это мне надо. И надо ли мне это вообще все это или нет? Наверное, нет. И вот тут можно какой-то вот персонажа, да, тут еще что-то. Ну, в общем-то, кто разбирается, тот разбирается. Я нифига не разбираюсь. Что это тут у нас? Какой максимальный левел? 100-й левел, и в конце мы получим какую-то, вот тут, смотри, голдовый какой-то у нас. Какой-то непонятно, так, машина какая тут, а еще на тачках можно, оказывается, кататься. В общем, вот такая вот игра, вот с таким вот пробным режимом, какой-то челик у нас здесь переливающий. У меня голова кругом, честно говоря, от происходящего, поэтому спасибо всем тем, кто посмотрел. У меня на этом все.